произведениях Карамзина, Дмитриева, в ранних сказках и балладах Жуковского герои жили и томились в ожидании чуда, прекрасной любви, готовые ради нее на жертвы. Так было, например, с героями бедной Лизы Карамзина. Женщина этой эпохи, эпохи сентиментализма, должна была быть бледной и мечтательной, задумчивой и грустной. Такой предстает Мария Ивановна Лопухина на портрете Владимира Боровиковского. Она была дочерью отставного генерала графа Толстого и сестрой Федора Толстого, прозванного американцем за свои причуды и эпатаж. Графиня Толстая, испытав в юности пылкую романтическую любовь, до последних дней не могла смириться с трагической гибелью любимого. Нет, она не была предметом обожания многочисленных поклонников. Ей не успел посвятить стихи Пушкин, что выпало на долю ее современницы Елены Александровны Нарышкиной. Красавица, составившая блестящую партию своему первому мужу, сыну полководца Суворова, позднее став Голицыной, она была украшением многих светских салонов. Итальянский композитор Россини писал ей необыкновенно пылкие письма. Он сочинил в ее честь кантату, которая и сейчас звучит в финале второго действия Севильского цирюльника. Не богиней, но поэтической музой изобразил ее Боровиковский. Толстой Лопухиной и достаточно большого состояния, способного дать хоть какую-то независимость. Такая удача выпала на долю другой женщины, Екатерины Григорьевны Тёмкиной. Незаконно рожденная дочь Екатерины II и Григория Потёмкина, Екатерина Тёмкина получила блестящее образование. Выйдя замуж за грека, русского подданного, она употребила свои знания на воспитание многочисленного потомства. Вообще воспитание детей становится идеалом эпохи. Боровиковский изображает Тёмкину почти в той же позе, в таких же воздушных одеждах, что и Лопухину. Но тут перед нами прежде всего женщина-мать. Очарование красоты тебе не страшно нам. Не будешь нас, как солнце, ты к мятежным суетам. Дети, материнство, всегда неприходящие ценности, здесь они становятся нравственной основой времени. Предстает пред нами на портрете Анна Евдокимовна Лобзина с воспитанницей
Софьей Мудровой. Лобзина воспитывалась в доме поэта Хераскова. В 13 лет была выдана замуж за офицера-химика Карамышева. Позднее, уже будучи женой вице-президента Академии художеств, знаменитого масона Лобзина, Анна Евдокимовна, словно оправдываясь за свой первый брак, напишет интереснейшие мемуары. Несмотря на то, что Лобзин был на 9 лет моложе своей жены, он обожал ее и выполнял любые ее прихоти, например, присутствие на собрании масонов. Хотя женщинам категорически запрещено было там бывать, Лобзин находит возможным пригласить ее туда в качестве посетительницы. Всматриваясь в портрет Лобзиной, мы словно ее глазами видим мир той эпохи. Не таким уж прекрасным был этот мир, о чем и рассказывают нам портреты и судьбы героини. Тому примеры судьба Марии Ивановны Лопухиной. Она была выдана замуж за егермейстера императорского двора Степана Абрамовича Лопухина, вышедшего к тому времени в отставку. В силу неуравновешенности своего характера Лопухин не мог дать счастья своей прелестной супруге. Она, испытав ужас, унижение и оскорбление, через 3 года после свадьбы скончалась от чахотки. Чей светлый облик запечатлен художником Боровиковским, очарованием своей души вызвало живой отклик в поэзии художника другого поколения, Якова Полонского, посвятившего ей такие строки. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали, но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела, и будет этот взгляд и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать, уча его любить, страдать, прощать, молчать.